чувак, ты что, ты читаешь, что там написано, что ли, лижешь? Не надо, дверь не надо лизать. Он предлагает не терять больше времени. Ты стоишь и лижешь лифт. Дверь лифта, и что-то дверь не открывается. Спасибо. Алло, спасибо. А, мне сказали подождать, пока он уйдет, чтобы я не видел его потрясающее передвижение, да? Так, что бы еще здесь забрать? По-моему, здесь все, больше ничего я не могу забрать таким прыжком. Хм. Сзади? Нет. Вряд ли, значит, я пошел сюда. Я так и знал, что когда-нибудь сюда придется идти. We must find the third acolyte. Мы должны найти третьего акалита, да всем насрать. There must be some way to go forward. Есть путь, чтобы пойти вперед, он сказал. Окей. О май гад, что это? О боже. А, можно просто наугад все сделать. Она здесь. Да. А эта херня. Так. А эта херня. Вот так должна встать. Зашибись. Свет, мой зеркальце, скажи! Что за херня происходит в этой игре? Я вообще ничего не понимаю. Зеркало какое-то. Ну, сейчас надо пройти Mirror of Fate, чтобы понять, что к чему. О, боже. Я нажимаю АА. А, надо зажать, а. Та-та-та-ра! Да мне насрать! Если не сбрасываю, то уже плюс. В топку полные ХП. You'll need to make a path to that mechanism. Он сказал, что я должен проложить путь к этому механизму. А по губе ты не хочешь, не? Отлично. А он спокойно прошел по мосту. Давай ты, давай ты в следующий раз поедешь, а? А ключики у меня есть. Бесплатная экспа. Это зашибись. А, кстати. Затрансферить можно. Еще чуть-чуть. Я даже не знаю, что купить. Что улучшать. Не, лучше буду меч улучшать. Он мне нравится больше. Черт. Дофига надо на это дело. Я юзаю его чаще. Улучшим его полностью. Да. О, да. Так, а мне... А, я думаю, что, почему здесь закрыты снизу скиллы? А, не могу. Что, не могу купить на 1000? А, вот, 1750. 2000. Это все, что я могу купить, да? Ну, ок, он мигает единственный. Естественно, здесь еще будет апгрейд скилла и так далее. А, и надо было подождать, пока я вытащу эти 2000 экспы. А, насрать. О, забирай! Эти черепки, господи, затрахали уже ходить ко мне за черепками. What the fuck? Ты что такое? To the platforms closest to me so that I can move forward.
Ну, прости. Теперь я понял, что надо делать. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. Заставлю скакать как дебила туда-сюда. Ну, блин. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. О май гад! Так, ладно, понял. Сюда. Потом сюда. Нельзя допускать перегрева. Фак. О боже! Понял, подумал, что можно стоять и ждать. Но нет. Все ок. Ой, что там музыка делает на заднем фоне. Она меня поздравляет с тем, что я наконец-то открыл эту сраную дверь. Ну что, потом можно налево сходить. Габриэль! Габриэль! Санта-Барбаровский! Твое имя Габриэль. Габриэль. Не солите вперед. Ну спасибо. Чё с музыкой? Она никак не успокоится. Правда. Она должна играть, я не верю. Просто так. Для облета локаций стопудово. Ой, посмотрите, какая прекрасная статуя. Да, мне. Ну нихера себе, какой поворот. Backstreet Boys, где наш пятый парень? Это что за говно? Обосраться. Просто охереть. А, я знаю, ее надо охладить стопудово. Я до сих пор бью, что ли? А, ну да, мне все равно надо пополнить хп. Минус одна. Это что за говно? Я вообще хочу... Охереть. Обосраться. Еще минус одна. Тварь. Где, где? Правда, еще чуваку яйца почесал, ну ладно. Можно. Он это заслужил. Все, музыка заканчивается, музыка хватит. Музыка, все хорошо. Все, или все плохо. Я вот не пойму сейчас, либо музыка заглючила, либо что? Нет, музыка заглючила, видать. Какая прекрасная игра! Глючит она просто до хера. Она же просто отстой. Ну не отстой, скажем так, но если не ниже среднего, то максимум средний. Средненькая такая. Да, давай. Эпичный поворот ручек. Стой, стой, стой. Стой, там за хп.
Я только сейчас заметил. Уроды! Просто уроды! О, you, who inhabit the primordial air, whom from the corners of the earth are all powerful, to you it is said, contemplate the glorious face of Satan. Вот здесь вообще ни хера пройти не перебить немного. Но он обращается к этому говнюку, который наверху, или кто это там? И не должны быть все твари равны. Пусть все дерутся между собой. Пусть их работа будет уничтожена. Это слуга. Он, мы должны уничтожить его. Перед тем, как он вызовет сатану. Ты никуда не пойдешь. Ты сделал это? The way out of the castle's there. Путь к замку там, помнишь? The throne room. Тронная комната. Комната трона, тронная комната, неважно. Комната с троном. Опять? Серьезно? Так, она как-то так должна быть. Сейчас все будет, ребята, это интересная часть геймплея, я понимаю. Не знаю, нахера они вставили, но окей. Don't be late, father. Слышь, малец, иди в зад. Понял, да? Никто тебя не любит. Тебя на самом деле нет, ты галлюцинация. А я лежу в какой-нибудь психиатрической лечебнице и думаю, что Дракула. Мне вкалывают классные наркотики. Наркотики вообще классные, потому что в слове наркотики есть слово котики. Наркологические котики. Да? А, через огонь не могу перепрыгнуть, замечательно. А, то есть это та комната из самого начала. Стоять. Шикарный вход. Я бы стоял здесь на охране. Было бы интересно. Вот так нужно оформлять входы, допустим, в дворцы, которые охраняют королевские войска. Ну, знаете, которые с большими шапками, которые стоят, и с ними можно делать все, что захочешь, и они не должны шевельнуться. В Англии. Не помню, как они называются. Она что, босиком? Такие звуки, будто босиком ходит. Тебе не больно, нет? What you are looking for is in that book, Gabriel. То, что ты ищешь, находится в книге, Габриэль. В той книге. Да, она ходит босиком. Надеюсь, ты не получишь там какую-нибудь гангрену ног или еще что-нибудь, что тебе попадет. Столбняк. Не придется тебе отсекать ноги. Ну правда. Это же ужасно неудобно. Хотя, знаете, в сандалиях, если попал камешек, ты думаешь, лучше бы я ходил босиком или в босоножке. А вот хер его знает. Он все это писал сам? Чувак, ну ты руки помыл, что ли, перед тем, как писать? Что такое все красное? Пришло время проснуться, отец, помнишь? Помнишь все? Окей, я помню, что это было в демоверсии. И чё, правда? Вот так бы всю игру! Было бы вообще классно. И серьезно, ей дать миллион сразу врагов, чтобы меня нападали, и ты мочил всех. Все могли только супер мясом бы взять. А кто писал эту книжку? Меня интересует. Кто это все зарисовал?
Мы говорили, мол, так, Дракула, постой, попозируй. Вот так вот, постой, да, все нормально. Мы тебя сейчас зачеркаем. Подожди, подожди, улыбочку, улыбочку. Не-не-не, сделай брутальность, брутальность, да. Бог со мной, монстр. Это будет твой последний день или уничтожение. А, это, наверное, как на самом деле было. А ему хотят... А, окей. Господи, я даже побить его не могу в супер-мега режиме. Christus vivit. Christus regnat. Christus ab omni malo te defendat. Maledicti et excommunicati daimones. In virtute historum factorum Dei nomini. I was like you once. Я был когда-то как ты. But your God showed me another. Но твой Бог показал мне другой путь. Сиес, Эммануэл, Сотер, Саваот, Агиос, Инкирос, Афанатос, Иегова, Адонай. That's why the power. Поэтому мощь твоего Бога не может уничтожить меня, потому что я его избранный. Ubi fuerunt haec nomina et digna Dei, praecipibus vobis at quelligam. А, может мне сейчас придется сражаться с Алукардом? Мол, это специально на конец игры оставили. И зачем мне это показывать второй раз? Я не понимаю абсолютно. Я типа знаю, могли бы как бы сократить в перемотке быстрой. Надеюсь, это чем-нибудь закончится, нет? А то мне так клево смотреть во второй раз те же самые катсцены. А, он про этот крест, что ли, вспомнил? Или чё? Этот крест, ну, хер его знает. Тревор? Тревор? Тревор умер давным-давно, отец. Ты сделал меня тем, чем я являюсь. Я стою перед тобой, возрожденный вампир. Я Алукард. Зачем ты пришел сюда? Ты знаешь, что... Ты знаешь лучше всех, что я не могу умереть. Моя бессмертность течет и сквозь твои вены. Конечно. Только мой отец, Габриэль Белмонт, может уничтожить Дракулу. Это слишком поздно для меня. Почему ты так уверен? Корни зла вошли глубоко. Так же и в сердца людей. Это их естественная природа. Их судьба. Я их был самым потрясающим воином, чемпионом света, но я пал. Пал в тьму. И теперь я боюсь, меня боятся как принца темноты. Иронично, не правда ли? Могучный Зобек скрывается от меня, как испуганная крыса. Даже сатана сам боится оставить глубины ада и сразиться со мной. Но если я сейчас умру, Алукард, они просто займут мое место. Зло все равно останется. Это естественный порядок. Мир. Он вот такой. Abandon all hope.
Оставь все надежды. Нет, что если есть путь, чтобы уничтожить это зло навсегда? Их зло навсегда, чтобы освободить человечество от тирании. Если они верят, что ты мертв, они еще раз придут на свет. Правда? Не так ли? Вот. Это Крисейгрим. Я сковал это оружие из фрагмента вампир-киллера, который ты оставил в сердце Кармилы. Я нашел его в замке. Давным-давно. И в первый раз мы столкнемся друг с другом в битве. Когда мы первый раз столкнулись друг с другом в битве. Если оно придет в твое сердце, то ты заснешь, но он не убьет тебя, но ты потеряешь все свои силы и не сможешь возродиться, пока оно не будет убрано. Это не настоящая смерть, которую ты заслуживаешь. Но Сатана будет думать, что ты мертв. Века пройду, и его слуги начнут приготавливать его возвращение. Зобек. Не сомневайся, что Сатана вернется. И он не будет паниковать. Зобек знает только... Зобек знает, что нет ни одного соперника Сатане, поэтому он ищет меня. И он ищет, что я до сих пор жив. Будет думать, что я до сих пор жив, и будет искать меня. В нужное время я уберу меч. Я удостоверюсь в том, что Зобек найдет тебя. Он знает, что только своей помощью он сможет уничтожить слуг и убрать сатану. Я буду слишком слаб. Зобек хорошо все поймет, что мы устроили. Долгий сон уничтожит твои... сотрет твою память, Зобек не узнает этого. И я не вспомню этот разговор. И Зобек увидит только темные тени в моем разуме. Но как я смогу тогда с ним сотрудничать? Почему я это пойму? Потому что он предложит кое-что, что ты действительно желаешь. В обмен на твою помощь, настоящую смерть. Вечный мир. У Зобека есть вампир-киллер, да. Ты думал, что твое оружие уничтожено, но у него есть фрагмент, и он построил его. Только он сможет подарить тебе вечный покой. Ты можешь... мы можем его здесь сковать. И мы можем уничтожить его здесь навсегда. Сатану. Поэтому ты можешь вернуть все твои... Ты должен вернуть все твои воспоминания к самому критичному моменту. Ты просишь меня освободить снова мир от сатаны, пожертвовать всем ради человечества. Снова. Да, я прошу. В этот момент у тебя будет и Зобек, и сатана в твоей руке. Тогда сделаем это. Толкай. Чертов меч в мое сердце, пока я не передумал. Сын. Когда я встречусь с тобой снова? Когда я положу руку на твое плечо? Отец. Все понятно? Теперь кто этот лейтенант? Окей. Значит, сатану надо вызвать. Охереть, ну и план. Зашибись. То есть Зобек не мог прочитать мысли Алукарда, окей. Это было долгое путешествие, помнишь? Помнишь наше дело, отец? Я помню его очень хорошо, сын. То есть то, что происходило в замке, происходило у него в голове. Окей. Блин.
Вообще логично. Окей. Давай уже заканчивай там пердеть. Зенелит заюзай. Скрываешь прыщи под капюшоном, неважно. Ну же, священник. Вызови своего отца. Приведи сюда могучего Люцифера в эту дыру. Перед его старым врагом. Еще разок. О, наш лорд. Скажи мне, что это место именно то, в котором ты хочешь возродиться. Я понял. О май гад, снова экран потух, потому что я не трогал джойстик. В течение 15 минут. Куда он ушел? Я не знаю. Этот язык неизвестен мне. Этот язык... древний... Энокианский. Язык сатаны. Чёртовы предатели. Теперь получите свои награды за свое неповиновение. Предатели. Он мой. Он такой, окей. Пусть ты и твои предкетки будут прокляты навсегда. Ни хера себе ты, чувак. Это же смерть, смотрите. Надо сражаться со смертью, как в Castlevania. Вот это круто. Так, стоять. Так, я, пожалуй, заюзаю ХПшечку. Ага, у тебя две атаки, урод. Фак! Не блокируем удар! Зашибись. Так. Ну, здесь надо юзать кулачки, я понял. Ау, ну я же отскакивал, как в прошлый раз. Окей, повезло, урод. Да как же так-то? Я тебя не вижу. Я пытался вернуться, окей. Ну что, он задолбал спамить. Наконец-то. Козел, хватит жить, уродец. Ну и начнется банкет, сказал он. Оу. Выходите, мои дети. Выходите покушать. Ау. Я же не знал, что вы так можете. Вау, нихера себе вас. Охереть! На меня половинка напала, вместе половинка. Да охереть! Нихера себе.
Это так глупо смотрится. Какая-то херня на маленькой зоне бегает, такая на двух ручках. Заберите его плоть, я заберу его душу, сказал. Урод. Да нихера себе у них радиус атаки. И нихера себе они могут сколько хп забрать, хоть я и тыкаю Б как могу. Нет, пошел вон! Да просто звездец! Вы видели, как они сразу втроем на меня напали? Где еще? Да нихера себе, маленькая тварь! Хотела поцеловать мой ботинок? Получи. Так. Мне надо разбить ее, наверное. Не то нажал. Да. Я думаю, что делать? А, все? Окей, я подумал, что что-то другое надо сделать. Ладно, зато на них накопил магии. Ой, извини, я покушаю. Да нет, я хотел покушать! Жопу пошел. Я что, ради чего это все копил? Ему насрать на то, что я делаю. Да просто звездец. Фак. Да блин, я же почти добил руны! Какого хрена? Опять какого хрена? Чувак, хватит жить! Ты же сраная смерть! Подыхай! Ты умеешь это лучше всего! Охереть! Я нажал кнопочку, соси, чувак, соси. Козел! А чё я ему не могу хп-то снести? Вау. Ладно, пришло время. И снова пошел в жопу. Нет, поздно, браток. Так, я хочу посмотреть скиллы. Какие у меня еще есть скиллы в воздухе, чтобы бить? Извините, что прерываю такую битву, конечно. Но... мне что-нибудь в воздухе еще, чтобы бить. Чтоб не облажаться. Блин, я что, не прокачал, что ли? Можно, конечно, так забить и попробовать. Вот, Y.
козел. Ну, блин, у него больше блокируемых ударов, чем неблокируемых, так что... Точнее, нет, наоборот, неблокируемых ударов у него больше, чем блокируемых, поэтому блокировать я не вижу здесь смысла. Козел, козел, козел! Ну что теперь, а? Черепушка лысая! А может, там не обязательно взрывными? Нет, взрывными быстрее. Где еще? Еще где-то один. А давайте их забьем. Чего? Меня ударили? Ну я вообще направляю в ту сторону, ладно. Тварь маленькая. А они специально сделали, чтобы ты мог накопить и магию, сколько тебе влезет. Вот это, вот, смотрите, отличный дизайн у миссии. Копи сколько захочешь, не то, что было с Кормилой. Причем не подыхает, когда ты всех убиваешь. Да почему у меня сбивается-то, господи? И слишком много здесь. Ах ты тварь. Ну, конечно, есть шансы того, что тебя покромсают. Я сейчас себе хп подкоплю. Нет, здесь. Здесь как-то хп не особо копится. Ладно, ладно, все, забиваю тебя. Все? Нет, еще не все? А где еще? Окей. Попробую сейчас на нем похилиться. Если что, заюзаю хилку. Ни хера себе! Фак, ладно, я выпью, пожалуй, не буду рисковать. Блин, не вовремя я упал. Да какого черта, я пытался восстановиться. И все равно не получилось. Все равно ведь забила. Слушайте, самый наводящийся козел. Не могу увернуться от этого дерьма теперь почему-то. Ой, тупышка, ой, тупышка. Ой, тупышка. А его, в принципе, очень легко забивать, просто стоишь и прыгаешь.
пока он не придумает, чем тебя да, сбить оттуда. Все. Козел, козел, на, получай. Сейчас, подождите, я специально для этого места прокачаю скилл в воздухе. Какой-нибудь. Вот, допустим. Нет, ну это как-то не очень. Хотя уже прокачан. Ладно. Прокачаю этот. Так и быть. Это все, что есть? Серьезно? В воздухе. Нет, наверное, нет. Может, что еще покруче? Плевать. Ай, говнюк. Нет, нет. Я надеюсь, хоть ему урон наносится в этот момент. Да, чуть-чуть сбивается хп. Блин. У меня магии не осталось. Ау! Сбил все-таки руны, вот же тварь. Давай. Ну вот же урод. То он юзает удар, то юзает. Сосал, ублюдок! Сосал черепушный кусок говна! Иди сюда, я твою черепушку засуну между ног, сделаю DDT и засуну ее нахер! Банку пол-литровую! И чё это? А! Не надо было тупить. Мисс же, точно. И сейчас надо не отвлекаться, сейчас по-любому... Вот, да. Какой-нибудь Quick Time Events, как обычно. Я любил тебя, Дракула. А ты меня убил. О боже. Ну, конечно, я вырезал этого куска говна. Зашибись. Вот видите, во всех катсценах присутствует голубой меч, а перчатки не присутствуют чего-то. Он разморозится и соберется, как Т-1000. Все, музыка, хватит. Все закончилось. Музыка глючит ужасающе. Ну или вообще не к месту играет. А может и к месту. Черт его знает. А, все закончилось. Хорошо. Мы должны разделиться. Чтобы узнать, где последний слуга. Yes, да, отец. We need to hurry. Мы должны поторопиться. I'll let you know if I find him. Я дам тебе знать, если я найду его. Че, я теперь стал мощный, просто капец? Нет? Музыка просто разорвала только что меня. Ладно, наплевать. Что здесь еще можно прокачать? Transferable skill нету. Что еще можно? Прокачай вот это самое дорогое. Мороз, который образуется во время движения, парализует всех ближайших врагов.